А, ну почему до третьего, до второго? Там же уже сделка есть. О, это хорошо. Но без предмета все равно нет смысла. О, это... Ладно, ладно, попробуем. Крикетс боди, это хорошо. Крикетс боди, позитивчик. Пауки! Мои пауки загорелись! Ну, вот это вот, конечно, обидно. Вафли бы найти. Или хотя бы до английской сделки бы дойти. Какое же мощное тело крикета. Сноуболить не получится. Вот здесь, по-моему, секретка. Наверху может? Нет, наверху не может. Это по делам удачного стрима и раны и богатства. Спасибо. Тебе тоже. Интересно. Ох, какой легкий босс, спасибо. Да блин! На карту. Я на нем так редко урон получаю. Надо было именно сейчас получить. ХП и локап. Неплохо. Сейчас главное сердце как можно быстрее создать. Синий костик, это страшно.
5. Я и не против. Неплохо. Тоже неплохо. Ну, вот зачем ты в меня это стрельнул? Кто такой смешило, чтобы в меня этим стрелять? Кто такой, чтобы это делать. Я выжил. Ну, это такое. Ладно, пусть будет. Пошлите искать золотые. Сердце терять. Здрасте. Здрасте, Даниил Романчук. Я же говорил, я потеряю. Я сказал, я сделал. Можно не давать такие комнаты? Пожалуйста! О! Бесполезная карта. Мне так микромикозиса не хватает, или... Я не знаю. Фига он в меня даванул! А не пойдешь нафиг? Опять. Чё за микрочел? Жарковато сегодня. А, там еще червь вылез. Нет.
О, какой тяжелый ран. Уф. Хоть бы карту оставили открытой. Ну, серьезно, я вот совсем готов мириться, кроме карты. Без карты вообще тяжело ориентироваться. У тебя никаких признаков нет, куда идти. Как делишки, Дрин? Убийственно! Убийственно! Трагедия! Трагедия! Так, может здесь? А, ну тут я проверял, тут нету. О, Magic Mushroom. Спасибо, Magic Mushroom, ты меня спас. Я тебя как раз искал. Блин, где вторая секретка? Здесь я не был. О, какая сложная комната. Выпендривался. Что тебе сделали грибы? Гребят тут. Или грибут, как правильно. Ну, пошлите. Или может в бокс сходить? Я хп потеряю, скорее всего, там. А, так вот еще. Серьезно, у меня нет ключа? Ну, серьезно? Повезло. О, это стоило того. Это очень стоило того. У меня есть микро шанс пройти этот челлендж. Если вот как микро чела есть микро шанс, вот у меня микро шанс. Самонаводка, неплохой шотспид. Относительно неплохой дамаг и тело крикета. Хорошо. Magic Mushroom еще выпал, чтобы хп восстановил. Этот этаж я вроде должен пройти без относительных проблем. О, лол. Окей, привет. Просто здравствуй, просто как дела?
Я, наверное, одного босса зафигарю? Или нет? Наверное, одного босса. Пипы, конечно. Кто же еще? Кто, если не Пип? Он один-то проблема. На маг. О, фига, они меня загнали. Тупая комната. Вот тупо эта тварь меня заруинила, которая вылезать не хотела. Какой говнюк. Тупо мне заруинил, блин, шанс на сделку. Отлично, еще и невидимые чемпионы. Блин! Как сложно! Как же сложно! Уф! Не там сложно, где дамага нет, а там, где сердец нет. А уф! Безумно можно играть в Айзека. Отлично. ХП вообще у меня не задерживается. Фершот терзап. Нормально. Но можно мне магазин, комнату? Сейчас бы хоть какой-нибудь бы эффект на слезы. Надеяться на сделку. Наверное, 4,5 бы выкупить. Мне 4,5 спасли бы ран. Это такой шанс минимальный выловить их.
Ауф. Ауф. Мне показалось ли, у меня сейчас за убийством моба восстановился заряд? Как же книга тащит? Так, статов нет, и меня еще и таблетки руинят. Ну конечно, конечно, по мне должен прилететь последний выстрел. Без этого-то никуда. Перерыв я возьму. Я его на следующем этаже прожму. Или не на следующем. Мне его прожать. Ну чё, мерзею? Вомп или комната сатаны? Наверное, комната сатаны все же мерзее. Ну им кетчер. Бесполезно. Зато у меня теперь фул сердца. Да, я на следующем с таким количеством сердец еще могу походить. Я, правда, не уверен, что я все равно смогу пройти сатану с этим набором. Мне еще нужна помощь от ангела, конечно. Она бы очень пригодилась. Так, тут не может быть. Или может? Не может быть. Если тоже внизу не может быть. Ох, как же повезло! Как же повезло. Соси бибу, сказала игра. Ой-ой-ой-ой-ой! Чё за комната? Ой-ой-ой! Бра, просто. Офигеть! Офигеть! Живем! Я даже не знал, что тут такая карта может быть и что она сработает. Офигеть, просто живем. Книга революции. Это вещь шикарная. Сюда обязательно заходим. Нам сейчас арты понадобятся.
Блин, вот только не слить бы. Пока самый лучший ранг, который у меня был. Ну серьезно, дайте хотя бы один рерол, пожалуйста. Мне очень нужен рерол. Два артефакта и оба бесполезны. Ладно. Как я божу! Боже, как же сильны мои гурдлинги. Как бы хорошели мои гурдлинги при Друманисе. Все комнаты одинаковые, не понимаешь, куда идти. Парфюм еще помогает. Блин. Жук, жук. Жук может пригодиться на сатану. Я возьму его. Пусть он делает отсос. Ну серьезно, не хватает просто вот какого-нибудь фаермайнда или тортика. И все вообще было хорошо бы. Все любят тортики. Наконец-то нашел. У меня две комнаты по дабл трабу. Marbles. Ага. Не знаю. А, у меня. Ну да, у меня живом сразу. Походится. Чё? Хашу? Нет, спасибо. Нет, спасибо, я не голодный. Сделок с ангелом, кстати, не было. Предметов почти нету. Я как на обратном, короче, забеге, только без этого. Как тайминга. В сатанинских артефактах нет смысла на следующем этаже. Это лучшее, что мы можем сделать. Я не буду заполнять книжку. Поехали! Надеемся на лучшее. Это как обратный забег, только не обратный. Хоть у меня хороший билд. С сатаной я немного научился уворачиваться, когда проходил тот челлендж. У меня один челлендж другой подкрепляет. Наверное, в этом и была задумка. Вот это жестко.
Просто артефактов нет, я ни на чем тащу. Господи, помоги. Блин, вафли бы сюда. Еще артефакт, который заменяет дьявольские предметы на ангельские. Было бы классно. Особенно вот в этих этой комнате. Даже если бы их, наверное, надо было покупать, я бы все равно хотел. Что здесь дьявольские артефакты зачастую ни о чем. Если бы они были бесплатными, было бы еще лучше. Специально забайтил на Брим. Байт на Брим. Смотрите, как же в этом ране важна удача. Ребят, кто может, поддержите стримеров. Стримеру нужна поддержка. Сейчас прям очень-очень сильно. Во всех смыслах. Дрин, ты хорошо... Дрин, ты хорошо идешь. Тихо. Тихо, Дрин. Да, ты потерял 4 сердца, но это только первая фаза. Со второй еще есть шансы. Может, у тебя самонаводка. Ты нам будет просто уворачиваться. Как он много говна в этот раз призывает? Он меня и в жизни столько не призывал, сколько в этот раз. Все. А-а-а, 7 хп, поехали. Поехали. Ламинат бы с ума сошел проходить это. О боже, я прошел ультрахард! А, да. Да, детка, я его прошел. Самсон feels healthy. Честно, без всяких читов, я прошел ультрахард. По красоте. По красоте. Ну все, теперь можно называться профи по Айзеку.